Минск постепенно растет. Каждый год появляются новые жилые дома, больницы, средние и дошкольные учреждения образования. Несмотря на внушительные цифры, потребность в них не перестает расти. На одну школу больше станет в Московском районе, в границах проспекта Дзержинского, улицы Чурлёниса и Каролинской. В данный момент производятся штукатурные работы, кровельные работы на блоке 2, сантехнические и электромонтажные работы черновые. Приблизительно через 2 недели мы уже будем приступать к финишной наружной отделке. Отдельно спортивный зал, гимнастический зал, бассейн с большой и малой чашей. Закончить стройку планируют весной 2022-го. По плану школа будет самой большой в городе. Ее сможет посещать 1241 ученик. Это на 200 человек больше, чем обычно. Само здание нашей школы, которое состоит из 3 блоков, вот это наш центральный блок, про который мы говорили ранее, в нем находится, значит, столовая, спортзалы, гардеробы, кабинеты информатики. Вот это наших 2 остальных блока. Кабинеты для учащихся старших классов и кабинеты для учащихся младших классов. Также на блоке 2 в подвале у нас находится тир, стадион, который будет с беговыми дорожками по кругу. И наши игровые площадки. Вот площадки для занятий гимнастикой, волейбол, баскетбол. В школе предусмотрен лифт в центральном блоке с 1 по 4 этаж. Безбарьерная среда, она тут осуществляется. Пандусы будут везде на входах. Ну, школа здесь нужна, да, потому что там одна только школа, и то она переполнена. Ну и садов здесь как бы тоже не хватает. Через дорогу сад, но он совсем маленький, туда не всех берут. Очень ждем. Недавно читали, что это будет самая большая школа в городе Минске на 1200 мест. Мы очень рады и счастливы. Очень рады, да. Тем более там перспектива, большие площади, территории, да, стадионы, площадки волейбольные. В общем, короче, мы в ожидании. Ну, школу, конечно, ждем, когда пойдет школа. Да, школ мало. Дети ходят очень далеко в школу, поэтому особенно вот эти дома, конечно, им неудобно. Далеко ходят, за овраг, туда школа есть. Ждешь, когда она откроется? Жду. В этом году планируют открыть детский сад в районе Минск-Мир и 2 школы в Ленинском и Первомайском районах.